12 июля, Одесса, оперативное командование Юг сообщает, что корабельная группировка сил противника увеличена до 5 ракетных кораблей, а также добавлена одна подводная лодка. В общей сложности 44 ракеты. Больших десантных кораблей в настоящее время 3. Также с 24 февраля российские военные 46 раз обстреливали Одесскую область. Как рассказал глава областной прокуратуры Сергей Костенко, российские войска нанесли ракетные удары по нашей области 37 раз, выпустив 77 ракет, не считая тех, которые сбило наше ПВО. Еще 2 раза область обстреливала российская тактическая авиация и 7 раз корабельная артиллерия противника. В результате обстрелов погибли 32 мирных жителя, в том числе 2 ребенка. Ранения получили 75 человек, среди них 7 детей и 1 патрульный полицейский. Более 300 жителей области пострадали от разрушенного жилья.